Ми помітили, що росіяни почали використовувати свою а, тактику, яку вони використовували до 2014 року, тобто вони а, сіють дискусію всередині українського суспільства руками наших же громадян, Це та ІПСО. іпсо, іпсо. А, як, якщо от під час великого вторгнення ми бачили, що вони назовні сюди нам доставляли свій інформаційний продукт, то зараз вони знову його створюють тут, і що ми з вами а, маємо? Безумовно, коррупция – это не просто ганебное явление, а во время войны, это правильно президент говорит, это государственная зрада, Uh -huh. І це треба розуміти. І всі, хто я зараз маю на увазі ТЦК, і ці ганебні випадки, безумовно, вони повинні бути притягнуті до відповідальності. І я сподіваюся, що правоохоронні органи звернуть увагу не тільки на тих, хто брав хабарі, але й на тих, хто їх давав, тому що кримінальна відповідальність передбачена для обох сторін. А натомість росіяни беруть цей привід, uh -huh. який ну. Ми його всі засудили. Правоохоронні органи працюють, голови ТЦК там зняті да, очільники. Угу. Але росіяни беруть це на озброєння, і потім а, а, ну, нам сюди заносять свою дискусію. Ну, приміром, це вже мені ці питання ставили на зустрічах, бо я з представниками багатьох галузей зустрічаюся як представник міноборони. А, А как же я буду мобилизовываться, чи служить и защищать батьківщину, если у військоматі а, сидит военком хабарник? Значит, я буду гинуть, а он хабарник. Вот это мы с вами видим очень спотворений. І, а... а как отвечать этому человеку? Ну, человек, ну, вот, это русское псо, это русские нарративы, нарративы Кремля. Он задает прямой вопрос, говорит, послушайте, как я буду мобилизоваться, если в ТЦК сидит человек, который брал взятки? Я, я же знаю, мы же в одном городе живем, мы же знаем, что он берет взятки, что у него получить справку стоит 5000 долларов наличкой. И он, а я, меня мобилизуют, потому что у меня денег нет. Это же несправедливо. Ну да, несправедливо. А почему министр собирает деньги на дроны, в то время как планиру... Э, деньги в бюджете есть, планируется починить теннисные корты? Тогда получается я буду воевать без дронов? Меня в разведку пошлете? как бы получается так. Это же демотивирует людей. Это надо было делать раньше. Рекрутинговая компания нужна, а не совок просто. Ты должен. Родина? Как только государство начинает звать себя родиной, это что-то значит тебе нужно э -э -э, государство нужно что-то от тебя сразу. Какая родина? Мотивация должна быть простая, понятная. А демотивировать людей и это делают демотиват сегодня не русские. Я никогда бы не подумал, что я был ну как бы что я буду защищать русских. Но русские-то русские тут при чем? Они гандоны по, по, по другим э, критериям. Они-то тут при чем? Это они взятки берут в военкоматах. Это они по 400 миллионов денег тратят на теннисный корт. Не, они-то тратят. Но они свои деньги. Они Это же не они наши деньги тратят. 400 миллионов теннисные корты. С этим же надо что-то делать. Вы должны же в первую очередь говорить про мотивацию. Мотивация воевать. Она должна быть. Она должна быть простой и понятной. Мотивация воевать должна быть простой и понятной. Она должна быть легко вот, произносима вслух. Люди, которые выехали из оккупированных территорий, семьи которых выехали за границу, и человек, который застрял в Украине, которого не вы, вы не выпускаете за границу, ему объясните, за что ему воевать. За то, чтобы в его дом... Он, в его дом уже пришли. За то, чтобы освободить, он из Луганской области. Вообще там и близко не видно никакого освобождения. Крым. Как мы собираемся освобождать Крым? Вы объясните ему мотивацию эту. А, значит, объяснит мотивацию. Это очень интересно, кстати. Нелогичный нарратив, потому что... Это Если есть людина хабарник она повинна отбывать покарание. Тут нет вообще дискуссии. Тут нема про что говорить любовь до батькивщины и за... И пошла любовь до батькивщины. Если человек военнослужащий, а сотрудники ТЦК военнослужащие, если роты охраны, которые везде, в каждом городе, возле каждого ТЦК, стоимость попасть в роту охраны, от 5000 долларов в том числе, туда можно даже на работу не ходить, и тебя точно никуда не призовут. Это те бизнесмены, у которых здесь бизнес, те э -э -э политики, которые понимают, что их мобилизуют, да? Они себя покупают, эти теплые места. В роте охраны. То есть ты вроде как будто бы уже мобилизовался. Мобилизовали тебя в роту охраны. Делать там ничего не нужно. На фронт никогда роту охраны ТЦК не посылают. Ну, как бы и все. Хабарник сидит в тюрьме. Это логично. Но они же не сидят. И все те, кто служит вроде охраны, они на фронт не идут. Все те, кто берет взятки в ТЦК, а они явно не фронтовики. Борисов ездил на отдых за границу, вполне себе спокойно. Простой человек не может поехать к семье. А Борисов, у него там дом, жена, дети, все в порядке. И деньги есть, и возможности есть, и машины есть. Это же не мотивирует. Нужно, нужно же было делать так, чтобы этого не было. Потому что про это все молчали. Один Луганский там в стримах когда так говорит, но ну, это же ну, часть информационного поля. А все остальные, чик -чик, ротик на замочек, все, нельзя. ...захист своего дома, и дискуссии, тут нема про что говорить. А любовь до Батьковщины и захист своего дома, да, своей державы, Він ніяким чином не має причинно наслідкових зв'язків з тими, хто вчиняє злочини. Вони вчиняють, але це твоя держава. І коли заноситься саме така дискусія, ну ми повинні просто не ковтати цей гачок. І я завжди навожу приклад із тим, як ми любимо батьків своїх або своїх дітей. Это, безусловно, любовь, а не тому, что что-то где-то кто-то делает. Поэтому такие э, нарративы мы должны сами выявлять и не ставати э, разносчиками российских ИПСО. При чем здесь российское ИПСО? При чем здесь дети, родители и государство? При чем здесь? Как это можно? Вот дети, родители и государство. При чем здесь это? Ты должен любить государство, как оно есть, вообще со всеми взяточниками, с распилом бюджетов в миллиардах, с таким Министерством обороны, там, где разминируют Чангар, там, где посадили полковника Червинского. Вот ты должен любить, потому что, ну, это вот как ребенка, ты любишь ребенка и все. Так ты ребенка, если любишь, ты его и воспитываешь. Если ты ребенка любишь и хочешь, чтобы он был хорошим человеком, вырос, ты же его еще и наказываешь. Ты же не любишь его просто так. Ты его любишь, но хочешь, чтобы он стал лучше. Ты его меняешь, в том числе. В этом же твоя задача, как родителя. В эти аналогии нельзя играть. Здесь нужна была, сегодня, наверное, уже нет, эффективная рекрутинговая кампания и мотивационная составляющая важная. Ради чего воевать? Дайте людям простой месседж. Ради чего воевать? Но это же Украина. Ну это понятно, что это Украина. Ради какой Украины воевать? Дайте понимание того, ради какой Украины? Ну потому что Садоковы, Штевы, беляхата это непонятно что. Это сложная Петровщина, ее очень сложно понять. Дайте понимание, какая Украина? Со взятник, с взяточниками? С этими военкомами, с Борисовыми? с распилом по, по, 300, по 7, 370 миллионов на теннисные корты? В то время, когда у пацанов нет дронов на фронте. За эту Укра... или за другую? Вы же тогда меняете тезисы. Вы поймите, что это демотивация. Все серьезно. На кону, стоит, на кону стоит существование украинской нации, украинского государства и контроль над украинскими территориями. И это разные задачи. И это не обязательно, что Украина, вот прям, типа, ну что ты, ты сомневаешься, что Украина выполнит эти задачи. Вот с такой херней, которая происходит сейчас, вовсе даже не обязательно. И это не пораженческие настроения, а это стремление к изменениям. Меняйте там что-то, прекращайте эту херню, потому что это закончится просто. Ну, это закончится развалом э, Украины. Украинская нация может не, не стать. Она может как еврейскую нацию раскидает по всему миру, и везде будут э, американцы украинского происхождения, канадцы украинского происхождения, французы украинского происхождения, а украинцев может не стать. Понимаете? Люди все уедут, территории займут русские, а государство, возможно, останется. Как комментировать это? Ма Ганна Малер, вот скажи человека, который мобилизует. Коммунальники оккупованного Северодонецка пояснили закупивлю техники на 38 миллионов верою в перемогу. Северодонецк разрушен и оккупирован. Но коммунальное предприятие Северодонецкое троллейбусное управление до сих пор существует. Троллейбусов больше нет троллей нет, Северодонецка города пригодного для жизни нет, жителей там нет, а Северодонецкое троллейбусное управление на 38 миллионов покупает, что она купила? Э, две комбинованные дорожные машины, комбинованную машину автоцистерну, так она промывну машину. Вы, ребята, вы гоните, так нельзя. Троллейбусное управление Северодонецкого горсовета не может на 38 миллионов покупать ничего, потому что его больше нет. Никакого Северодонецкого коммунального управления, никакого э, троллейбусного управления. Потому что это пиздец. Каждый человек, который смотрит это, типа, вы шагу? а причем э, объективность такая. У них спрашивают, типа, ребята, что происходит вообще? Как это вы тратите эти деньги? Те, що ви робите, купляючи машини для фактично неіснуючого підприємства комунальні машини, це мільйон євро, це справжнє мародерство. Замовник відповідає, що від замовник відповідає? Законом не може застосовувати в роботі інформацію з новинних повідомлень, бла бла бла. Коротше, купую техніку на майбутнє, коли Сєвєродонецьк буде звільнено від окупації. Оскільки замовник не ставить під сумнів майбутню деокупацію міста Северодонецька Луганської області, замовником відповідно до вимог чинного законодавства вживаються заходи з формування необхідних ресурсів, техніки, обладнання і засобів, що будуть. В крайне обхидными для підтримки и життезабеспечения громадян на зеленых территориях та видно непошкодженной инфраструктуры места. Это пиздец. Они на 38 миллионов купили техники для того, чтобы после того, как Тевердонец будет деоккупирован, там, короче, дороги чинить. Это операция Божья роса называется. Понимаете? Но, ребята. Это ни хера не божья роса. Это вы нам ссыте в глаза. Давайте мы сейчас Ялтинский э, горсовет купит для ремонта набережной. Но мы же освободим Крым. Понятно, конечно. Кто в Украине сомневается в освобождении Крыма? Мы освободим Крым. И, понятное дело, русские его там засрали. Э, будем чинить набережную. Поэтому давайте проведем тендер. И купим сегодня машину для починки набережной. В Ялте. Ялта. Крым же это Украина. Ну да. Что это? Это демотивирует общество. Эту херню нужно прекращать в зародыше. Потому что эти новости, они идут вот так вот одинаково, понимаете? Одна новость рядышком со второй. Вот новость. Деяки переселенцы повертаются с Прикарпаття на оккупованную территорию через брак коштів на аренду житла. Про это каже нардеп Максим Ткаченко. Еще раз, смотрите. Народный депутат заявляет, что некоторые переселенцы из Прикарпатия возвращаются на оккупированную территорию, потому что сука у них не за что, потому что, стоимость аренды такая, в Париже можно жить за такие деньги. Но вы не выпускаете людей. И люди вынуждены возвращаются на оккупированные территории, потому что вы не можете их обеспечить даже каким-то дешевым социальным жильем, просто каким-то там бесплатным. Потому что это ваши беженцы, ваши украинцы. Сука, они строят себе э, стадионы за какие-то там сотни миллионов. В теннис не хотите поиграть, беженцы? Нет, они не хотят, они жить хотят не в оккупации. Но поскольку жить не в оккупации они не могут, у них нет возможности. Тупо денег нет. Нет негде жить. Они возвращаются на оккупированные территории. Расскажите мне потом про мотивацию этих людей и про любовь к родине, своему дому. Як вы не хочете служить, каже Малец, це, ну, це ж батьківщина, це родина. Мы же ее любим. Как эти люди будут любить Украину, которым Украина вот такой болт на тебе? Вы из Луганской области приехали? Из Северодонецка? Но тебе приехали, вон еще российскую маму тут разновляют в Прикарпатте. То езжай ты назад свою дом Они такие посмотрели, посмотрели, говорят, спасибо, дуже дякую, дякую, дуже дякую. И, по, и по, повертаются на оккупованную территорию. И потом еще, и имеют такое отношение и мнение к Украине, как к государству, которое явно не соответствует вот той любви, про которую говорит Анна Маллер. И кого это интересует, эта новость? Кого она, кого она, кроме меня, кого она интересует еще? Кто-то про это говорит. Про это говорят люди? Нет. Политики про это говорят? Нет. Оппозиция бьет в колокола про это, потому что это пиздец, что происходит, ребята. Мы потеряем страну и потеряем нацию из-за этого. Вот это потеря нации, вот это вот люди, которые вернулись на оккупированную русскими территорию, они с большой долей вероятности возьмут и вычеркнут себя из украинцев. Они скажут, а я больше, короче, не украинец, не хочу я. Был я на Прикарпатье, спасибо, наелся этого говна, вот так. Хлопцы воюют на фронте, каже Сенкевич Миколаевич. Миколаеве, чтоб бачить свои места комфортными. Тому, вас будут высаживать дерево и э, за богатую кошек посадить там сакуру какую-нибудь, там все такое. Как беженцам, я вот, я, 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 я беженец, много лет в жил в Украине, был беженцем. Как беженцам к этому относиться? Когда у них нет денег на жилье, никто им ничего не предоставляет. При этом в городе есть деньги на то, чтобы посадить деревья, сакуры, сажать. И при этом мэр прикрывает эту коррупцию тем, что хлопцы воюют на фронте, чтобы бачат и свои места комфортными. Приедет он с фронта, а мы ему теннисный корт, на, играй сколько хочешь. Деревья, смотри, какие красивые. О! Молодец! То, что он сегодня на фронте, находясь, собирает деньги, на дрон, то это как бы никого не колышет, все нормально. В центре Николаева, там где воюют за то, чтобы деревья сажать, взяли хороший асфальт, переложили, положили еще более лучший. На этой улице э, Большая Морская. Что? Как? Это коми... вот Скажите, что, что люди должны думать? Это хлопцы на фронте воюют за это? За то, чтобы вы просто бабло пиздили на новом асфальте? Хотя перед этим тот был не, ну, неплохой, можно было ездить во время войны. Это же просто получается, что у нас Луганский? Это нарративы, понимаешь, это и псо, это Кремля, это ты сейчас на Кремль работаешь. Да, Тарас? Да, Черновол? Я на, на Кремль работаю? Если бы я на Кремль работал, я бы говорил, что мы один народ, мы же братья, что мы все выходцы, надо нам жить мирно, дружно, надо как-то договариваться посередине. В глазах Путина я видел мир, он неплохой человек, все-таки эффективный менеджер и вот эту всякую херню. Но что-то я ни разу не слышал такого от себя, хотя стримы монтирую потом, нарезаю. Чергова зима бы светла. Это к вопросу о том, что сегодня последний день лета. И Луганский вас предупреждал еще летом о том, что зима будет очень тяжелой и сложной.